Выставка с таким названием собрала в Самарскую губернскую думу как молодежь, так и представителей старшего поколения. История кинематографа в Самаре насчитывает больше 100 лет. Экспозиция рассказывает гостям, какое кино снимали в годы революции, что крутили в деревенских кинотеатрах и показывали детям. Дата открытия выбрана не случайно. Именно в этом году исполняется 90 лет со дня создания в Самаре. Тогда наш город еще был Самарой в 1927 году, студии «Кинохроники». И, конечно же, цель вообще сохранение исторических традиций, сохранение уважения к истории нашей области. Рассказать об истоках самарского кино пригласили человека-легенду Бориса Кожина. Он знает тысячи историй о городе и больше 40 лет возглавлял куйбышевскую студию «Кинохроники». Борис Александрович сетует на то, что летопись важнейшего из искусств сегодня уже не ведется, надеется на ее возобновление. Срочно нужно восстановить кинолетопись нашего края. Срочно. Документальные кинокадры должны остаться. Должно остаться наше время для наших потомков. Ректор университета шахматов Евгений Владимирович обещал, что он все сделает для того, чтобы кинолетопись была восстановлена. Хотя год кино в России уже закончился, эта тема не закрыта. Депутаты Самарской губернской думы намерены и дальше привлекать к ней внимание жителей, а также поддерживать эту сферу искусства. Сергей Ромашов, Василий Колдашов. События.